Хоть поверьте, хоть проверьте. Да, Зеленский был в МИ-6. Там ему сказали грозно, как он должен спать и есть. Обещал, что будет строго все приказы выполнять. Даже если будут дома сало с водкой предлагать. Вова очень застеснялся, маску стал с лица снимать. Ну а Борис, как обычно, начал клоуна включать. Он ему, как папа сыну, по-английски объяснил, чтобы Вова про Россию все хорошее забыл. Кто подумает, что в сказке будет радостный конец, тот не понял, что Зеленский для страны большой пипец.